Так, а как оно откроется? Вот так, все правильно, да? Так, мы ее... Надо перепиливать только одну массивную. Да, мы сейчас сидим, и делаем снимки. А мне дали, могу вам это дать, потому что у меня вот есть. Ну там выпиливается сегмент такой, просто выпиливается. Большая часть веса приходится на лучевую кость, а бак, по крайней мере, перепиливание локтевой кости не влечет за собой никаких негативных последствий. Кошек распределение, если у него обе кости играют большое значение, поэтому если нам удастся Мы вчера с палочкой из задних ног приехали, на клетке вон бедная нервничала, билась, потом уже легла и Как хотите, да, хоть да, все брить. Нет, я имею в виду, что мы будем брить, как положено, как кошек. Как обычно. Сейчас мы это наверх не забросим, и все. А нормальных зеленых нет. Нет, есть, я приготовила длинную. Это длинная. Крановских нет. Что, будем какие-то анализы брать? Или так проверено всякие? Давайте вот так сдавали. Мы сдавали, но уже больше месяца прошло. Там как-то без отклонений до начала урана брали. В первую очередь интересует. Она мягкая, лучше вдвоем. Ну, на всякий пожарный. Он кисонька нервничает, сидит. Конечно. Она в шоке, такая кисонька, другая кисонька. Которая вообще сможет. Не, у нас маленькие котята сразу так сидит на моем рабочем стуле. Она подходит и по мордасу настучали. Ей по мордасу бить, что? Да. Ну, котенок сидит. Сейчас у меня, говорит, он живет с медведем. Медведем. Я понял, что может смотреть, я так думаю, что зайдет оператор, и может что-то снять. Там будет операционная сестра, она операционный главный. Даже не я.
получается. Соберите и капельницу, 500 без какого-нибудь. Соберешь и не лендер. Там кто? Собаток? Пошел контроль. Я сюда. Потом удивлен, что там. Так, дорогая моя, мы немножко... Ну что, давайте по фону. Ну это вот детка совсем. Нам много и не надо. Может, чуть-чуть попробуем? Да, все, все. Тихо, тихо. Он, по-моему, плавает, да? Катает. Да, он такой. Ну, он, по-моему, сейчас уже сместится сюда. Да? Угу. Сейчас даже покажи. Вот, вот сюда вот он съехал, да? Давайте проверим, значит, вот чтобы персона не заходить. Промывку набираешь ее? Осторожно со мной лицо, подальше немножко, потому что мы...